Ух ты, Шти, вот это да, вот это стойка. Так, а что с ней делать? Какие-то турбуковки, циферки, какая-то свинка. Ё-моё, что делать с этой стойкой? Какие-то надписи непонятные. Помогите! Точно, есть же Робмикс, она точно всё знает. Вардопни, позвони ей. Дрин-дрин-дрин. Робмикс, привет! Алло, привет! Робмикс, это кто? Это папа дочки. Короче, мне нужна срочная помощь, у меня тут проблемы. Я купил какую-то фиговину новую и не знаю, что с ней делать. Приходи. Фиговину? Ну ладно. Блин, моя мышь в школу захотела. Эх, ладно, ну, бегу уже. Все. Все, жду. Блин, что же делать с этой штуковиной? Ладно, сейчас разберемся. Сейчас Робмикс придет, мы все разберемся. О, папа дочки, ты где? Да, в его гигантском доме вообще привет. Ничего. Все, я вижу привет. Тебя. А мы с Робмикс хотим узнать, есть ли у тебя настоящий друг. А чтобы мы узнали, тебе нужно срочно подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд. По количеству лайков мы узнаем, у скольки из вас есть настоящие друзья. 1, 2, 3, 4, 5. Мы надеемся, у вас много друзей. Да, вот смотри, вот она, эта штуковина. Что? Это что такое? Да. Не знаю, тут вот есть буковка Е. Я ее нажимаю, и тут какие-то циферки, например, вот это вот. Ввести 10 тысяч. Мне просят кому-то отдать 10 тысяч. Ладно, сейчас я нажму. 10 тысяч. Смотри, моя свинка теперь 10 тысяч. Что это значит? Прикольненько. А можно я свинку себе заберу? С деньгами? Как она тут отковыривается? Больно с деньгами. Так, ладно, давай разбираться вместе. Давай. Я вот нажимаю другую кнопочку, и тут мне предлагают сделать вот так вот. Что ты увидела? Я нажал буковку Робмикс, и теперь... Смотри, здесь было 0, тут 1. Вот твоя фотография висит. Ух ты! Папа дочки, я могу строить в твоем доме. Что? Ра-ра. Как прикольно! Что, смотри, что, я сейчас тебе такое? Красивый шкафчик тут поставлю. Зачем? А вот это что такое? Ремов. Что значит ремов? Ну он же миленький. Не знаю. Подожди, а чьи мы деньги будем тратить? Я надеюсь, не мои? Что? Мои. Папа дочки, у меня на счету сейчас 10 тысяч появилось. Это ты мне подарил? В смысле? Я тебе 10 тысяч передал? Не знаю, но похоже я могу их потратить. Ух ты, как прикольно. Смотри, я тебе купила вот такую звезду. Я тебе еще могу вот такую палаточку купить. Еще могу вот такое купить. И смотри, ты можешь еще помочь мне туда закинуть? Зачем мне это все? Зачем? Зачем мне это тут? Робмикс, ты что делаешь? Ну, пригодится. Так, я даже не знал, что мне это нужно. Оказывается, вот, нужно. Слушай, раз ты можешь со мной строить, пойдем. Кажется, я все поняла. Да, говори. Мы с тобой вместе можем что-нибудь построить. Отлично, давай пойдем попробуем на улице построить. А то дома я смотрю, ты мне тут палатку какую-то, звезду, дискотеку. Это все нужное. Ну ладно, пойдем попробуем что-нибудь построить. Все, привет. Смотри, я хочу. У меня будет супер план. Я придумал проект, называется «Дом в воздухе». Он будет... Что? В воздухе? Да, в воздухе. Дом в воздухе будет висеть. Он будет прикольный. Вот я сейчас сначала попробую сделать вот такие вот сейчас платформочки. Секундочку. Вот такая платформочка. Потом вот такая платформочка. Так, потом вот такая платформочка. Вот. О, ну, как а бы я сделаю тебе сейчас такой путь туда? Помогу. Давай. Так. Платформочки мне поставишь, да? О, прикольненько. Я тоже их могу двигать. Интересно. Да ты что? Так, а может быть сюда... Робмикс! Что ты сделала? Упс. Кажется, я не туда платформочку передвинула. Блин, папа дочки, ты где? Прости! Эй, алло, ты где? Я тебя не вижу. Я уже жив. О!
Так, подожди, у меня на счету 10 тысяч твоих денег. На что я их могу потратить? Я никогда не покупала вот такую штуку. Ну, раз это не мои деньги, так что можно купить. Ура! Ой, что-то не ставится. Так, попуточки, что происходит? А, все. Ой, я их тебе купила, такое? Прости. Это что такое? Что такое? Не знаю. А, слушай, я что-то активировала. Я надеюсь, это не бомба. Я нажала активация. Ой, мне уже страшно. Побежали отсюда, попуточки, что я наделала? У меня там котел варится. Побежали! Что происходит? Ой, выключай эту штуку или продавай ее скорее. А что происходит? Какая-то эта стойка странная. Да, очень странно. И ты потратила все мои деньги, это тоже очень странно. Ой, и я, кажется, все твои деньги потратила. Робби, за что? Убирай эти штуки, ты можешь их убрать, мне страшно. А я сейчас проверю, можно удалить. Давай ребят спросим, что делают эти штуки. Давай, ребята, напишите в комментариях, что делает вот эта штука. Вот мы ёпти. Слушай, а ты подпрыгни. Подпрыгни. Это действует только на меня, получается. Смотри. Подожди, я тоже высоко прыгаю. Да, это стойка антигравитации, получается. Мы рядом с ней прыгаем. А ну-ка на расстоянии сейчас отойдем, посмотрим. И на расстоянии здесь работает. Это работает. Да, это у меня теперь крутой дом с этой стойкой. Все могут здесь быть антигравитационными. Прикольненько. Так, Робмикс, смотри, значит, я тебе расскажу план, и тогда ты сможешь точно мне помочь. Я хочу сделать не просто дом в воздухе, а прозрачный дом в воздухе. Дом полностью из стекла. И для него сначала нужно сделать лесенки. Вон туда вверх лесенки, а потом там построить дом. Ну все, давай. Значит, ты бери кирпичики вот здесь вот. Да, да, надо вот кирпичики сделать, это будет лесенка. А, попуточки, да? У тебя случайно есть в доме туалет? Ну конечно, у всех есть, только, он там идешь, и на втором этаже он есть. Ладно, я сейчас приду, ты пока тут строй. Хорошо, ладно. Значит, мне нужны кубики. А где это все находится? В тропическом. Ага, вот так, раз, это что за гигантский дом? Ай, был же маленький домик, тут вообще ничего не найти. Так, здесь что? Нет, здесь не то. А здесь? На втором этаже. Так, может быть здесь? Нет, это вообще не похоже. Теперь возьмем платформу толстую. Какую? Вот эту вот. Вот эту ставим. На ней ставим кирпичик, чик-чик-чик. Ставим платформу толстую. Так, непонятно. Может быть, он ошибся, и может быть, он на третьем этаже? Кирпичик сюда. Теперь эта платформа сюда. Да почему столько много комнат? Опять на балкон? Все, теперь все будут знать, как правильно строить лесенки. Теперь сюда. Поставлю теперь вот сюда. Теперь вот сюда. Вот так вот. Тын-тын-тын-тын. И хоп, я по лестнице поднимаюсь. Наверное, надо ее поставить все-таки выше, в высоту. Что-то она какая-то серая, непонятная. Может быть, сделать папиточке сюрприз и сделать ее красивую. Ладно. Здесь уже... Ух ты! Сейчас я тут что-нибудь сделаю красивенько. Эта кровать какая-то некрасивая. Сделаем ее розовую. Поставим еще одну арочку. Так уже лучше. А стены какие-то тоже некрасивые. Да почему ничего не меняется? Ах, ладно. Робмикс найдет выход.
по-моему, тут не хватает... Ага, вот так отличненько. Какой-то пол странный коричневый. Кто придумал такой пол? Вот, вот, вот так. Так, надо будет потом разобраться, как ставить стекло на пол. Ладно, посмотрю, что там Робмикс так долго. Я уже целую успел ступеньки построить. Где же там Робмикс-то? Сейчас, наверное, может, она заблудилась в доме, так и не нашла туалет. Погнали, погнали, погнали. А что тут? А! О, а деньги, деньги куда делись? Робмикс что-то построила. Идем, идем. Так, где же она? Где же, где же, где же, где же? Еще поставим для питомчика. Вот сюда. И... Ой, вот такие вот милые. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук. Что-то, может, случилось с Робмикс? Ладно, загляну сейчас. Ой, здесь нету. О, Робмикс! Она, наверное, заблудилась в доме. Пойду скорее спасать. Спасать Робмикс. Что случилось? В какой комнате она? Где она? Так, здесь, здесь, здесь вроде нету. Теперь сюда, 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 сюда. Здесь, здесь тоже нету. Так, сюда, сюда. Что? Может быть, еще для единорожки? Я, наверное, уснул. Это же моя комната. Розовый диван, розовая стена, звезды, сердце, сердце с ушками. Что происходит? Робмикс, Робмикс, кто сюда ворвался? Смотри, кто-то что-то створил с моей комнатой. Смотри, тут все розовое, звезды, диван. Боже, надо найти. Пошли скорее в доме искать. Тут кто-то саботаж устроил, что-то с моей комнатой сотворил. Побежали, что ж ты стоишь? Бежим, бежим, Робмикс. Папа-дочки, я, в общем, тут ходила-ходила, искала-искала. Ну, в общем, какую-то комнату у тебя странно нашла. И, ну, какая-то она немножко некрасивая была. И я сделала ее розовой. Посмотри, какая красотища! Это была ты? Это ты сделала? Ну, это да, же моя комната! Это комната папа-дочки! Это комната папа-дочки! Что происходит? Ты представляешь, я же не девочка. Прости, пожалуйста. Я понял. Я понял, ты, наверное, хочешь пригласить меня в гости и увидеть из своей комнаты, комнату, например, с машинками там, с этими бибизиками, да? Не знаю. Ребят, а вы нам напишите в комментариях, хорошая ли эта идея строить вместе, ну или будут получаться вот такие смешные ситуации. Да-да, нам очень будет интересно, что из этого получится и какие смешные истории были у вас. В общем, так, ребята, это очень крутое обновление. Вот эта стойка. А при помощи этой стойки можно строить в одном доме вдвоем или втроем или вчетвером, хотя мы не проверяли. Но я думаю, вы сами проверите, сколько человек максимум. Да, вы даете деньги, владелец дома сюда зачисляет деньги с помощью первой кнопочки. Я нажимаю, ввожу 10 тысяч, и 10 тысяч начисляется на счет стойки. И теперь все, кто в доме, могут ее использовать. Например, Робмикс может или ваш друг. Он себе эти деньги забрать не может, он может только тратить их на строительство. Так что не переживайте за сохранность своих денег. Но может случиться вот такие вот смешные ситуации, как у нас с папой дочки. Когда я упал вниз? Или когда ты построила розовую комнату? И то, и другое. Поэтому будьте аккуратнее в строительстве вместе. Да, ребят, подписывайтесь на наш канал. С вами сегодня был Папа Дочки. И Робмикс. Всем пока-пока. Всем пока.